Игорь Макаров стал одним из тех, чей труд отметили на региональном уровне. 16 лет он работает в сфере нефтегаза. Профессиональный путь начал с оператора ГРС, а сейчас на плечах специалиста лежит ответственность за газоснабжение всего региона. Наверное, это уже призвание, это уже желание ходить на работу, то есть обеспечивать людей газом, обеспечивать их теплом, потому что сейчас у нас больше 50% все дома они у нас крыши. Котельными, индивидуальными, скажем, котельными, которые потребляют газ, соответственно, это тепло. То есть это уже забота о людях, наверное, в большей степени для всех. Марина Пузанова пришла в профессию всего 5 лет назад, но уже успела полюбить свою новую работу и планирует развивать профессиональные навыки дальше. Занимаемся мы анализом газа, масла, воды, сточной воды. Каждый год нас направляют на обучение, мы развиваемся. Коллектив у нас тоже замечательный. На торжественной церемонии около 30 сотрудников газовой промышленности Ульяновской области получили ведомственные награды, почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации, грамоты и благодарственные письма губернатора Ульяновской области. Среди награжденных слесари, газоэлектросварщики, электромонтеры и водители. Глава региона Алексей Русских отметил, что несмотря на пандемию, отрасль показала достойные результаты. Как только в прошлом 2020 году на территории региона было добыто почти 632 тысячи тонн нефти. Очень хорошие показатели мы отмечаем в работе газораспределительных сетей. В партнерстве с публичным акционерным обществом «Газпром» за счет различных источников финансирования мы ежегодно вводим в эксплуатацию сотни километров газопроводов, газифицируем и переводим на природный газ тысячи домовладений и квартир. На данный момент протяженность газораспределительных сетей в регионе достигает 13 тысяч километров. Газифицировано 477 населенных пунктов. Газификация является одним из важнейших условий повышения инвестиционной привлекательности каждого предприятия, каждого муниципального образования и всего региона в целом. У нас уже в газифицированных населенных пунктах есть школы, детские сады, дома культуры, другие учреждения медицинские, значит, ФАПы, так называемые, акушерские пункты, где у нас твердое топливо, дрова, уголь. Поэтому задача нам газифицировать эти объекты. В настоящее время ведутся работы по строительству газораспределительных сетей общей протяженностью 326 километров в 26 населенных пунктах региона. В 9 селах завершить строительство внутрипоселковых газопроводов запланировано на 2022 год. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.